Здравствуйте! Сегодня готовим салатик на маску или начинку для тарталеток из яиц, тунца и копченого сыра. Натереть на крупной терке копченый сыр, маринованные огурцы и яйца. Тунец слегка размять вилкой и добавить в салат. Авокадо смешать с лимонным соком до однородности при помощи блендера. Салатик посолить, поперчить, заправить соусом из авокадо и тщательно все перемешать. Салат можно подавать как самостоятельное блюдо, наполнять тарталетки или, в моем случае, тортильи. Тортильи смазать растительным маслом и разрезать на четвертинки. Аккуратно сформировать из них корзиночки в форме для кексов и подсушить 5-7 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Также салатик можно использовать как намазку на хлеб или подсушенный багет. При желании можно украсить микрозеленью, но достаточно презентабельно выглядит и без украшений. Все ингредиенты в граммах в описании. Приятного аппетита!